Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня поговорим с вами о таком криптопроекте, как PandiX. По словам команды, любой магазин может покупать, продавать и принимать криптовалюту. Целью, как бы, этот проект хочет расширить возможности разработчиков блокчейна и держателей токенов в сфере продажи криптовалюты и предоставления услуг в любых физических магазинах по всему миру. Они хотят, чтобы было возможно подключение криптовалют ко всем людям вне дома. В общем, на сегодняшний день в мире существует такая у нас проблема, как... То есть покупка криптовалюты на данный момент усложнена в мире, и проникновение мобильных цифровых платежей является низким. Юго-Восточная Азия в среднем имеет 23% владельцев банковскими счетами, и деловые отношения в значительной степени основаны на наличных средствах в офлайн-режиме, то есть они оплачиваются вручную. А криптовалюта все еще находится в руках меньшинства людей, и нормальные люди зачастую не знают даже, как ее использовать. Ну и после десятилетия криптовалютной революции менее 1% мирового населения как бы владеет ими. Вот это, по словам команды, это является самой большой нашей глобальной проблемой на сегодняшний день. И вот команда хочет добиться того, чтобы покупка криптовалюты была такой же простой, как и покупка воды в бутылке, то есть доступна всем. Миссия PandiX заключается в том, чтобы сделать покупку криптовалюты такой же простой, как вот покупку воды. И на примере Walmart и 7-Eleven команда хочет, чтобы пользователи покупали и использовали криптовалюту в любое время и в любом месте. Решение PandiX POS. Вот... Проектом было выпущено такие интересные предложения. Приложения это как PandiX POS и PandiX Pass. PandiX POS позволяет покупать криптовалюты за фиат или с помощью банковской карты. Также можно осуществлять продажу собственной криптовалюты. Также поддерживаются онлайн-платежи и использование криптовалюты для пополнения телефонов и так далее. А вот PandiX Pass, использование PandiX Pass для безопасного хранения покупки и продажи криптовалюты с помощью одного нажатия. Как бы любой человек сможет осуществлять такие действия. Вот, здесь можно ознакомиться более подробно с этими приложениями. Так, и в настоящее время в разработке... Существуют две модели PandiX POS. Вот они здесь, можно посмотреть на них. И три вида PandiX Pass для специальных инвесторов существует. Вот такое черное, белое и золотое. Так, ну и 100 тысяч устройств и 100 миллионов пользователей как бы тоже... является целью этой компании добиться таких вот цифр. И через 3 года PandiX будет присутствовать в 100 тысяч магазинов в городах по всему миру. И представляя более 100 миллионов пользователей, доступ к покупке криптовалюты в ближайших магазинах или кафе. Если ICO превысит ожидания команды, то они будут осуществлять это быстрее и поставят для себя новые цели. PandiX и блокчейн-экосистема нуждаются в поддержке инвесторов. Мы также рассмотрим детали ICO. У них существует 4 этапа. На первом этапе будет дополнительный бонус 15% токенов. На втором этапе дополнительный бонус составит 10% токенов, на третьем этапе 5% токенов, и на четвертом уже не будет никаких бонусов. Начинается ICO 30 октября. Они принимают эфириум за PandiX. Курс составляет 1 эфириум к 500 PandiXS.
При ICO у них начинается 7 октября, то есть оно уже 3 дня назад началось, и у них существует такой бонус дополнительных 30% токенов. Получить этот 30% бонус еще можно в течение 17 дней. Кого заинтересовал данный проект, всю информацию можно будет прочитать по ссылкам, которые я предоставлю в описании. Вот еще покажу, на Bitcoin Talk есть их официальная англоязычная ветка, и также есть русскоязычный вариант. Все ссылки будут приведены мною в описании. Также действует баунти компания, здесь тоже можно получить бесплатно токены компании за выполнение определенных действий, так что кого заинтересует, заходим и участвуем, и инвестируем. Но помните, что все ваши инвестиции происходят на ваше усмотрение и по вашему желанию. На этом я хочу закончить свой видеообзор. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!